Можно попросить представиться вас имя, фамилия? Данкова Елена Владимировна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Измерянской средней общеобразовательной школы имени Героя Российской Федерации Алексея Викторовича Пуцыкина, Вяземского района, Смоленской области. Елена Владимировна, на данный момент уже, явно же провели какую-то внутреннюю проверку. Можете предварительно сказать вообще, как произошло, что произошло? Проверка еще продолжается. Продолжается работа Следственного комитета, прокуратуры, Министерства внутренних дел Вяземского отделения МВД Вяземский. Мы тоже еще проводим расследование. 3 дня нам дается для того, чтобы мы рассмотрели со всех сторон все факты и вынесли уже решение. Предварительная информация, уже явно поработали спецколлективом. Конечно. Конкретно что вы хотите услышать? Какую информацию? Мы опечалены тем событием, что произошло с девочкой. Девочку мы знаем. Девочка хорошая, девочка положительная. Поэтому сказать, что это результат каких-то ошибок поставления отметок, я считаю, что это не причина для того, чтобы девочка совершала данный поступок. А это самостоятельные действия или все-таки это было возможно в игре, часто бывают какие-то это были самостоятельные действия девочки. Это с какого этажа, то есть с третьего или со второго? Со второго, да. А какой это был кабинет, какого урока? Это была перемена. А это было во время перемены, да? Спасибо большое. Пожалуйста. Как-то связывались еще с родителями, может быть, родители? Естественно, конечно. Но мы, во-первых, скорую вызывали, медработник наш осмотрела, родителям сообщили, родители приезжали, ждали вместе с нами скорую помощь, затем скорая помощь уехала. Мы звонили, узнавали родителям, что с девочкой произошло, то есть какие последствия, то есть какие травмы. И сегодня с утра мы позвонили, классный руководитель с девочкой пообщалась по телефону, потому что она позвонила отцу, отец был в это время у девочки в больнице, и девочка захотела поговорить с классным руководителем, то есть было буквально там несколько минут или секунд, поговорила девочка с классным руководителем, сказала, что, в общем-то, ей сейчас не так больно, и даже чуть-чуть разрешают двигаться. А какие травмы там у нее? Это я не могу сказать, я не медицинский работник, у меня официально документы нет. Понятно. Спасибо.